Пшеничный, белый, формовой. Осужденные разделились на две бригады. Каждая должна испечь по три буханки хлеба. Больше 20 алтайских осужденных, которые получают в местах лишения свободы профессию пекарь, самостоятельно рассчитывают сырье, замешивают тесто, формируют изделия, а после выпекают. В свободной жизни ты сталкивался с такими работами, как вот? Только дома. Только дома, если пекли, то мама что-нибудь покажет или сестра, помогая, что что-нибудь делаешь. Ну, это было интересно, но только любительски. Если раньше было вкусно на любителя, то теперь буханки манят даже визуально. Главный рецепт, говорят осужденные, все делать с душой. Кстати, свои знания удалось дополнить. Открытый урок по изготовлению хлебобулочных изделий для них провели мастера из Республики Алтай. Всегда, когда приезжаю сюда и смотрю, что классы оснащены. Вот. У нас нет интерактивной доски, это наше прямо вот желание, чтобы наши осужденные после отбывания наказания могли социально адаптироваться, мы должны им предоставить ту информацию, которая будет нужна им в дальнейшем, когда они устроятся уже на работу. После учебной и производственной практики осужденные сдают экзамен, получают свидетельство и третий разряд. Разряд соответствует тем возможностям, которые у нас востребованы на предприятиях общепита. То есть столовых принимают рабочих с третьим разрядом. Профессия пекарь в колонии – хорошая стартовая возможность для осужденных. Возможно, выйдя на свободу, они захотят повысить разряд, устроиться в кафе и, чем черт не шутит, стать кондитерами, которые готовят порой такую выпечку и торты, за которыми выстраиваются очереди. Татьяна Голубева, Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.